Международная конференция «Нурсултан Назарбаев. Политик глобального масштаба» прошла сегодня в столице. Ее цель – изучение роли первого президента как основателя современного казахстанского государства и обсуждение значения международных инициатив Нурсултана Назарбаева в глобальном и историческом процессе. В качестве спикеров приняли участие известные общественно-политические деятели страны, а в онлайн-формате выступили политики, возглавлявшие в разные годы государства и правительства мировых держав, занимавшие и занимающие высшие посты в международных организациях. Уважаемые дамы и господа, как бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, я не раз был свидетелем, как решительное лидерство в ключевые моменты может помочь изменить траекторию не только отдельных народов, но и целого мира. В этом отношении хочу воспользоваться этой возможностью, обратиться ко всем глобальным лидерам, возобновить их усилия в содействии ООН создать более светлый мир. Не только тот, в котором ядерные испытания и распространение запрещены, но и тот, где мы будем полностью свободны от ядерного оружия. Я еще раз выражаю свою глубокую признательность Елбасы Назарбаеву за его историческое решение, а также продолжающимся усилиям Казахстана в содействии создать этот более светлый мир.